Александр Цеферин. Новым президентом УЕФА в среду был избран глава футбольной ассоциации Словении. За Александра Чеферина на конгрессе в Афинах проголосовали 42 делегата. Его соперник Михаэль Ван Праг из Нидерландов набрал 13 голосов. Спасибо за вашу фантастическую поддержку. Это большая честь, но в то же время огромная ответственность. Для меня это очень много значит. Моя семья гордится мной, моя маленькая и красивая Словения гордится мной. И я надеюсь, что когда-нибудь вы все тоже будете гордиться мной. Большое спасибо. Досрочные выборы президента УЕФА были объявлены после того, как Мишель Платини, занимавший этот пост на протяжении 9 лет, был отстранен комитетом по этике ФИФА. Он стал фигурантом расследования о масштабной коррупции в организации. В своей прощальной речи Платини вновь отверг все выдвинутые в его адрес обвинения. «Вам придется продолжать выполнять эту замечательную миссию без меня, по причинам, которые я не хочу здесь обсуждать. Знайте, дамы и господа, моя совесть чиста. Я уверен, что не совершал никаких ошибок, и буду продолжать доказывать это в суде». Александр Чеферин уже рассказал о некоторых изменениях, которые намерен ввести. В частности, ограничить срок пребывания на посту для президента УЕФА и членов исполнительного комитета.